Я сейчас пилой, смотрите, ребята, я просто пилой выпиливаю. Ребята, всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс, и мы сегодня играем в тачки Hills of Steels, и мы устроим такое испытание, челлендж, у нас, нам нужно будет играть только с одним усилителем. Давайте возьмем какой-нибудь из усилителей, пускай это будет, наверное, ребята, усилитель круглая пила. То есть мы берем круглую пилу, ее применяем для всех танчиков и посмотрим. У нас сейчас есть режим тачдаун, посмотрим, какие из танчиков смогут пройти с усилителем пила в этот режим игры. Ну что, первый танчик, ребята, это кобра. Кобру взяли, пилу поставили, я выбираю тачдаун. Тачдаун, ребята, мы выбрали, ну что, поехали. Первый танчик кобра, у нас только стоит усилитель пила. И мы сражаемся тоже, ребята, против кобры, против феникса. Посмотрим, посмотрим, какие ребята из танчиков смогут пройти это испытание. Ну что, начинаем. Быстро мы берем в свои руки, ничего мы не берем, конечно. Мы пытаемся столкнуть мячик. Так, я даже этой пилой не могу пока не достать эти танчики. Ну, может, мы так затолкаем. Да, я, ребята, на других уже пилю. И я, короче, просто вкатил, просто вкатываю мяч. Отлично, пока хорошее у нас начало. Но я думаю, это только первые батлы. Дальше будет еще хуже. Хотя я даже пока не стреляю. Почему-то я не стреляю. Можно, в принципе, и стрелять. Короче, пила мне вообще здесь пока не понадобилась. Мы и так можем нормально на кобре пролетать. Может быть, другие танчики как-то себя будут по-другому вести. Так, поехали. А, у меня еще и напарник, ребята, тоже на кобре. Нормальный такой у нас тандем. Так, хорош. Выносим, обминаем. Да, я пилю, я, ребята, пилю его. Выпиливаем, выпиливаем. И мы забиваем гол. Отлично. Первый танчик проходит идеально чисто. Все хорошо, мы сразу, ребята, возвращаемся в гараж. Берем следующий танчик. Это у нас Джокер. Усилитель пила стоит, мы можем? Нет, пилу мы качнуть здесь не можем. Да, все, пила у нас стоит. Ну что, поехали, смотрим, что, ребята, сделает Джокер. Джокер танчик поменьше. Поменьше, быть может, мы не так сможем легко перепрыгать. А против нас опять кобры. Только у меня, ребята, напарник мамонт. Ну погнали. Кстати, у меня такой премиальный скин стоит на Джокере. Я, короче, что делаю? Я хочу пилить. Хочу пилить. Я давайте туда буду газовать. Газую, 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 газую. Сматываемся, сматываемся. Он взял ремкомплект. Так, ладно, пока у нас тут проблемки. Есть, одного уничтожили. И второго почти уничтожили, но нормально, затолкали. Хотя, если сравнивать, ребята, с Коброй, все-таки сейчас Джокер немножко потеет. Не так-то просто нам получается. Да ё-моё, он вообще какой-то танчик особо не очень уклюжий. Ой, нет, пошли ракетки. Короче, смотрите, что я сделал. Я попробовал вообще перепрыгнуть все это дело. Так, и мамонт затолкает. Я помогу, ребята, мамонту и пилой. Хотя пила мне здесь особо вообще не помогает. Ну ладно, идем дальше. А нет, нам еще надо. Еще нужно третий забить мячик. Я уже расслабился. Так, я туда ракетку на опережение. Ух ты, кто-то ремкомплект, ребята, поставил. Как-то я им комплект подтолкнул. Так, я хочу пилу. Давай, пила, пили, пили эти танчики. Отлично. Джокер тоже. Джокер спокойно всех выносит. Так, ну хорошо, пока у нас все нормально получается. Слаженно играем. Идем дальше. У нас, ребята, следующий танчик. Более мощный танк. Это у нас Титан. Ставим Титану пилу. Усилитель пила у нас сегодня, ребята. Только усилитель пила. И поехали. Смотрим, какие сейчас будут соперники против нас. Так, опять две кобры. Почему-то нам компьютер все время подкидывает кобры. Ну ладно, я думаю, нам будет от этого еще легче. Так, у нас более массивная машина. Так, ничего я не могу сделать. Ладно, давайте отъеду назад. И вот так, по гусеницам им. По гусеницам. По гусеницам. Мой напарник уже выпустил ракетки. Ладно, поехали, толканем. Давайте толкаем этот мячик. Так, пришлось убрать чувачка. Так, и в дело идет пила. Пила пошла в дело, нормально, мы там пилим. Так, ладно. Еще два, нам нужно еще два очка. Попробуем мы сейчас какую-нибудь, может, другую стратегию. Давайте я попробую просто на пролом ехать. Нет, не получается, видите? Титан сразу почему-то, Титана подкидывает. Я отхожу, отступаю. Фу, еле убежал, чтобы меня эти ракетки не зацепили. Этот авиаудар, да, точно, это они авиаудар выпускают. Ух ты, ты куда, чувак? Куда мой напарник подевался? Так, спокойно стоим. Я сейчас пилой, смотрите, ребята, я просто пилой выпиливаю. Немножко пришлось помочь. И второго тоже выпилил. Все, поехали, спокойно катим мячик.
Феникс впереди, я потихоньку буду помогать ему. Помогать ему. Так, потихоньку толкаем, толкаем, отлично. 20 секунд остается, правда? Так, ну поехали. Еще, еще у нас есть шанс быстрее все сделать, чем выйдет время. Так, что мы делаем? Ах, видите, ну с титаном не очень удобно толкать мячик. Так, опускаемся. Ладно, еще опускаемся, я буду тогда их выносить, их чуваков. Нет, все, у нас просто заканчивается время. Но мы, тем не менее, победили. Да, отлично. Все складывается более-менее чем отлично, нормально. Мы еще там даже выполнили какое-то испытание ежедневное. Так, сыграть 4 игры танком Титан. Ага, понятно, какое у нас задание. Но мы идем дальше, ребят, у нас следующий танчик. Это Феникс. Так, у Феникса стоит усилитель, пила. Все отлично. И как вы знаете, у Феникса огнеметик, оружие ближнего боя. И плюс у нас еще пила стоит, это тоже оружие ближнего боя. И таким образом мы сейчас, если подъедем кому-то вплотную, я думаю, мы просто разорвем этих соперников. Так, погнали. Я сразу подлетаю, подлетаю, подлетаю. И начинаю, ребята, выпиливать. И еще выжигать. Выпиливаю и выжигаю соперников. Один уже ушел. Он успел, правда, сбросить напалм. Так, давай, давай, я его хочу выпалить, просто выпалить. Так, ребята, ну я не знаю, мы должны затолкать? Да, отлично. Мы затолкали со своим напарником, напарник на Титане, да? Да, с Титаном нормально всех уничтожили и затолкали мячик. Так, давайте попробуем повторить. Попробуем повторить, ладно, я так подожгу их. Издалека буду. О, нет, авиаудар. И еще и напалм. Ё-моё, они сейчас нас выпалят сами. Так, ладно, я думаю, моя пила не даст им пройти. Хорош. А, ну что-то какие-то проблемки начинаются. Так, есть. Фу, все, полетели. Ребята, полетели быстро-быстро. Так, жнец. Ой, жнец. Да, жнец. Это жнец, танчик, точно. Так, я пытаюсь поджигать. Ладно, я эту кобру сейчас атакую. Она мне надоела уже. Нет. Нет, я загорелся, ребята, я загорелся. Так, ну я хотя бы придержу его. Так, короче, пока еле-еле мы выигрываем. Я думаю, мы только чисто по времени. Ладно, я поеду на опережение. Чисто попробую остановить. Остановить. Хочу кобру остановить. Ну давай. Есть, короче. Еле-еле, ребята, мы еле-еле выиграли, но все-таки победа за нами. Хорошо. Можно идти дальше. Следующий, ребята, у нас танчик. Ух ты, это баллиста. Вот здесь, я думаю, будет сложно играть баллистой. Так, и мы можем здесь даже немножко прокачать круглую пилу. Ну что, поехали, смотрим, ребята. Смотрим, как ответит сейчас баллиста. Пока это только пятый танчик. Но все, все у нас пока складывается более-менее нормально. Так, там, ребята, что? Осадный танчик. Ё-моё, опасно. Опасная темка. Ух ты, что я смогу сделать своей баллистой, я не знаю, конечно. Ой-ой-ой, он что, кассетными этими бомбочками? Мне надо, короче, только, ребята, вплотную. Подъезжать вплотную. И все, я, видите, подъезжаю вплотную. Включаю свою пилку, циркулярочку. И больше у меня никаких вариантов. Поехали. Так, Феникс включил вообще силовой щит. Так, я с бомбежечкой, с бомбежечкой. О, куда-то вообще бомбежка, непонятно куда. Закинул, зато мы, в принципе, толкаем. Толкаем, пилим эти танчики и потихоньку движемся вперед. Нормально, у нас уже 2 очка, хотя я не рассчитывал, что нам вообще получится кого-то вынести. Так, я, да, бомбежечкой подкидываю. Иди сюда. Отлично, ребята, короче. Баллиста просто сейчас какой-то колоссальный показывает результат. Моментально мы всех уничтожили. И мы идем дальше, у нас следующий танчик. Так, следующий танчик. У нас, ребята, башня. Все, я поставил для башни пилу. Погнали. Не знаю, башню очень колбасит, когда башня стреляет. Быть может, тоже нам попробовать такую стратегию. Подъезжаем вплотную и сталкиваем эти танчики. И надеюсь, что пила поможет их заодно нам уничтожить. Так, все, башня. У меня кобра, там арахнит. Ух ты, я надеюсь попал в Титана. Еще разочек. Нет, ребята, отъезжаем. Так, что делать?
Ух, там какой-то ремкомплект кто-то сбросил. Ладно, я туда. Мячик, мне мешает этот мяч. Да, да, я пилю. 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 Давай, давай, есть. Мой, по-моему, напарник поехал. Да, отлично. Короче, подъезжаем вплотную, ребята. Все. Подъезжаем вплотную. И я сразу выпускаю. Включаю циркулярочку, включаю эту пилу. Так, а, попал. Я попал. Мне только может помешать мячик. Так, давай, давай, пилим. Ух ты, ремкомплект тебе не поможет. Отлично. Так, 2-0. 2-0, идем дальше. Нам, у нас финальное очко нам нужно взять сейчас. Так, ах, промазал я. И есть, попал, но я слабо тут как-то отнимаюсь. Смотрю, по урону, о, давайте завалили. Башню, ребята, завалили, но я пытаюсь. Да вроде бы доехали уже. Давай ты, башня. Так, башня, надо встать. Так, готов. И все, заталкиваем, ребята, мяч. Отлично. Стратегия сработала, как и с баллистой. Так, хорошо, идем дальше. У нас, ребята, следующий танчик. Вот он, жнец. Это у нас жнец. Выбираем усилитель, пила. И поехали обратно в бой. Я думаю, сейчас мы своим пулеметиком нормально тут наваляем всем. Но я надеюсь, все-таки на пилу. То есть подъезжаем вплотную. Включаем пилу и заодно еще пулеметом будем сейчас выносить эти танчики. И таким образом мы, может быть, быстрее еще пройдем это испытание. Так, посмотрим. Так, включаю пулеметик. Нет, я не достаю просто. Я не достаю пилой. О, я взял ремкомплект, ребята, отлично. Так, давай. Ну, я пилой, короче... О, достал пилой. Хорошо, я выпилил его. Вроде бы выпилил. Где-то сколько? Секунд 40 мне понадобилось на это все. Давайте еще разок побыстрее подъедем. Но все-таки мяч нам здесь как помеха стоит. Давай, погнали, 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 мочим. И я включаюсь, ребята, я начинаю их пилить всех. А, он забрал, кобра забрала ремкомплект. На, иди отсюда. Ё-моё, моя... Давай, пила, 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 добиваем. Так, я сейчас спокойненько просто затолкаю этот мячик и все. Хорош. Так, и последний. Последний забиваем гол. И переходим к следующему танчику. Пока у нас все нормально, нормально получается. Удивительно. Как-то мы на изи всех, ребята, выносим. Правда, вот пила... О, пошла пила, пошла пилочка. Так, а что, танчики вообще куда-то уехали? Короче, еще все проще становится. Ну, не знаю, давайте дальше, ребята, проверим следующий танчик. Ох ты, у нас это Катюшка. Сейчас Катюша своими ракетками всех, я думаю, расстреляет моментально. Так, погнали. Так, против нас Тесла тоже с пилой. Хорош. У меня в напарниках Кобра. Пока непонятно, какой там усилитель стоит. Ну что, Катюша, ракетки. В бой пошли ракетки. Ах, я не могу пилой достать ни до кого. Ладно, чисто тогда ракетками. Так, давай, 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 давай. Готово. Так, давай, ну-ка, пила. Я хочу пилочкой. О, пошла пилочка, давай пилочка. Нет, не особо мы можем, конечно, достать. Но и так без проблем. Без проблем закатываем мяч. Так, поехали. Не надо расслабляться, пока непонятно, сильнее мы соперников или нет. Сейчас они усилители начнут сбрасывать. А, все. Подожди, это кто скинул усилитель? Мой чувак? Ага, да, мой чувак скинул вот взрывную волну, а соперники, по-моему, взяли и использовали ремкомплект. То есть нормально, никаких опасных против нас усилителей никто не использует, так что можно газуем вперед, и я попробую чисто толкать мячик. Ах, не получается. Тормозят, нас тормозят, ребята. Да, видите, опять не взяли ремкомплект. По той же стратегии работают. Так, и есть. Все, отлично, быстро. Все быстро произошло. Пока, конечно, усилитель особо мне не помогает. Но мы идем дальше. У нас, ребята, следующий классненький, уже классненький танчик. Мне он нравится. Атлас. Так, Атлас взяли. Пилу поставили. И у нас это какое? Девятое? Девятое испытание. То есть это у нас уже получается девятый танчик. Так, погнали. Атлас. И мы вместе с Катюшей. Короче, Катюша сейчас ракетки
И я тоже буду вот такие вот ракетки запускать. Так, сначала по одной тестирую. Ну, медленный, видите, ребята, атлас медленный. Ну, о, пошла пила, ребята, пошла пила. Так, атлас такой уверенный, ребята, идет. Просто всех сталкивает и заталкивает этот мяч. А пилой, по-моему, даже не коснулись никого. Так, ладно, тестим. Такая разведракетка полетела у меня. По одной ракетке. И вся пачка. О, давайте мне сюда кобру. Кобру на растерзание. Так, я хочу до кобры достать. Закатили, я уже хотел остановиться, ладно. Атласом еще легче, но он просто медленный, ребята. Поэтому, видите, не получается. Я думаю, может даже за 40 секунд и не уложимся до конца. Да, видите, медленный, очень медленный. Катюша уже поехала, там всех шмаляет. Атлас такой на расслабоне идет, идет. О, все, я, ребята, начинаю пилить их. Все, они надоели мне. Короче, иду пилить. Ах, вынесли меня. А я хотел распилить эти танчики. Ну, пила слабенький все-таки, слабенький усилитель. Так, давайте попробуем, успеем. Надеюсь, мы успеем. Успею я затолкать или нет? Так, и 9 секунд остается, ребята. 9 секунд. Нет, не успел. Короче, не успели. Ну, атлас медленный, очень медленный танчик. Но, тем не менее, мы побеждаем. Это хорошо, идем дальше. У нас, ребята, следующий. У нас с вами следующий танчик. Это у нас осадный. Осадный, ребята, танк. Такс. У осадного танчика очень крутые кассетные. Кассетные эти бомбочки. Такс, усилитель мы поставили, пилочку включили и погнали дальше. Давайте сейчас попробуем. Кто против нас? Кобра, Феникс. А со мной танк башня. Так, ну поехали. Я буду вот таким вот образом. Ух ты, я сам себе еще отнимаю урон. Вот это кассетные бомбочки. Так, там кто-то уже ремкомплект берет. Так, ладно, тебе не поможет ремкомплект. Короче, странно, что мы сами себе можем причинять урон. Ну, а с другой стороны, в принципе, это логично. Так, ладно. Так, давай я пилку, ребята, включаю пилку. Ремкомплект мой. Есть, я взял ремкомплект. И заталкиваю опять мяч. По-моему, осадный быстрый танк. Нормально так он ездит. Быстро едет. Тестим с башней. Смотрите, как он носится. Носится нормально. И я короче, поехал пилить их. Все, я пилю их. Так он еще и мощный. Смотрите, ребята, как я их просто сталкиваю. Он очень мощный. Я их толкаю, конечно, вообще четко. Короче, я их могу просто столкнуть. И он быстрый. Смотрите, ребята, у него 3 пары колес. 6 пар, вернее. Вообще, короче, танчик. Танчик суперский. Просто надо здесь научиться им правильно стрелять. Вовремя разрывать эту кассетную бомбочку. Так, ну мы идем дальше. У нас, ребята, начинаются уже эпические танчики. Так, эпический танчик. Это у нас Тесла. Танк крутой. Не знаю, как он себя покажет в битве, ребята, в тачдауне. Так, против нас поставили Жнец, да, там, и Титан. А со мной... О, со мной паук. Со мной паучара Арахнит. Так, тестим, включаем. Свой... Ух ты, очень слабенький, ребята, очень слабенький танчик. У меня очень слабенький танчик, и мне не поможет. Я думаю, мне не поможет тот заряд, который мы... излучаем. И плюс у меня еще пилка не самая мощная. Короче, я думаю, будут проблемки. Нет, нормально. Прошли. Молодец, Арахнит немножко придержал их. Так, погнали. Еще нам надо две банки закатить. Но у меня быстрее, смотрите. У меня Тесла быстрее. То есть, в принципе, можно не газовать. Так, я хочу... Так, что делать? Как мне лучше стать? Вот так издалека. Так, я пилочкой, ребята, пилочкой. Нормально. И есть, мы перекинули его. Мы, ребята, его перекинули. Хорош, 44 секунды остается. В принципе, можем успеть.
успеть еще закатить одну баночку. Так, ну ладно, это поеду вперед. Быстро под футболю мячик. И если достану... Да, я достаю пилкой. Ребята, я начинаю их пилить. Начинаю пилить и просто закатываю. Просто закатываю этот мяч нормально. Хороший танчик, но не очень мощный, конечно. Так, ну мы идем дальше. У нас мамонт. Вот мамонтом будет, ребята, сейчас интересно. Я пилу здесь включил. Прокачал ее до 9 уровня. Мамонтом будет сейчас интересно. Его тем более очень сильно колбасит, когда мы стреляем. И против нас тоже стоит мамонт. Но со мной в напарниках еще арахнит. А там жнец. Такс. Ладно, что делаем? Я стану, наверное, тут вот. Опа, и такой вот выстрел. И еще один выстрел. Я пилю. Капец, нам забили гол, ребята. Вот это просто ужасно. Как мы плохо начали. Что делать? Ладно, все, тогда я уже такую стратегию не использую. Я просто поеду и буду их сейчас всех колбасить. Давай, давай, давай. Давай, заталкивай ты его, хорош. Так, затолкнули мы мячик. Кое-как. Кое-как сравняли счет. Такого еще не было, чтобы мы проигрывали сегодня. Так, вот ремкомплект скинул. Так, я попал. Давайте, пилочку включайте. Пилку. Мимо. Ребята, нет, 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 лови мячик. Лови мячик. Так, стоим, стоим, стоим. Да ё-моё. Да не смей ты меня. Капец, ребята, мы проигрываем. 2-1, 2-1. Что происходит? Просто мамонта очень сильно колбасит. Так. Так, я нанес удар. Промазал. Опять, смотрите, опять мячик перепрыгивает и все. И я его еще подфутболил сам себе. Короче, ребята, поражение. Первый танчик, который не смог пройти сегодняшнее испытание, это у нас, ребята, мамонт. Вот это облом. Обидно, очень обидно. Но мы идем дальше. У нас, ребята, паучара. Следующий очень крутой танчик. Обожаю им играть. Это у нас, ребята, паук. Танчик арахнит. Так, ну что, давайте. Ладно. Обидно, но мы идем дальше. Не сдаемся. Так, погнали. Вперед, паучара. Накажем эти танчики. Так, что делаем? Ох, как они начинают мощно. Я, короче, сразу... Ну, я пытаюсь. Есть, да, все, пошла пила. Пошла, ребята, пилочка. Пилка сделала свое дело. Почему-то эта Катюша отъехала назад, непонятно. Так, ну и нормально, хорошо начали, не то что с мамонтом. Мамонт нас, конечно, сегодня, ребята, подвел. Так, ну я в атаку, я пилку включаю. Не успел добить танчики. Тесла моя тоже не успела, по-моему. Так, подождите, а почему там танчики стоят? Так, титан. Я пилю его, короче, ребята, просто пилю. Есть, забил, и у меня, смотрите, там остается совсем немножко жизни. Так, 40 секунд. По идее, должны выиграть. Даже если мы пропустим один, мы можем тянуть просто время. Так, я в атаку. Пошел в атаку, короче, я иду пилочку испытывать. Все, я чистый. Смотрите, ребята, просто их пилю и все. Я их распилил. И мой сейчас забьет, да, чувак? Нет, не забил. А как-то он так не забил. Странно. Так, вынесли Теслу. И тут я уже со своим паучком. Пошел дальше, ребята, пилить. Нет, меня тоже вынесли. Но все равно. 5 секунд остается. Я не думаю, что они успеют что-то сделать. Так, хорошо, ребята. Отлично. Мы выиграли. Хорошо себя показал паучара, мой любимый танк. И мы идем дальше. И у нас, ребята, один из последних новых танчиков. Это танчик Дюна. Так, для Дюна ставим пилу. Я думаю, мы сейчас на Дюна проиграем. А, и мы можем, кстати, Дюна прокачать. Вот, до 10 уровня качнули. Так, тем более, видите, у нас, ребята, Дюна не прокачанный. Я думаю, мы сейчас сольем этот бой. Так, ладно, поехали, Катюша. Жнец. У меня тоже, ребята, жнец. И у меня Дюна. Пилу вообще не видно, ребята. Пилу не видно. Ой-ой-ой, я сразу сматываюсь.
Потому что я знаю, что вот что они будут делать. Они будут мячики таким вот образом кидать. Так, иди отсюда, и на тебя тар... Ух ты! Все, Дюна отдыхает, ребята. Я же говорил, что Дюна ничего не сможет сделать. Что происходит? Таран! Есть, вынесли. Мы кое-как вынесли этого чувачка. Поехали дальше. Катюшка. Я просто, ребята, затолкал. Так, 50 секунд остается. Что? Нам нужно тянуть время. Как-то протянуть время. Я не знаю даже, что делать. Ой, авиаудар. Так, я не знаю, я хочу подъехать. Давайте подъедем. А, еще. Еще и сбросили, смотрите, что сбросили. Напалм. Ну, все делает мой напарник. Благодаря ему, что он там хоть как-то держит оборону. Я могу вообще подъехать сюда еще. Так, пила. Пила, пила, давай, давай, пили. Есть, затолкали. Не знаю, распилили мы там кого-то, не распилили, но все-таки с каким-нибудь усилителем не ближнего боя было бы намного, намного, ребята, легче сыграть. Но повезло. Повезло, что мы хотя бы выиграли так. Да ё-моё, я даже не могу подъехать. Нате вам бомбочку кого-то. Так, я вообще загорелся. Ладно. На, получай, есть. Фу, 2-0. 2-0, мы выиграли, это хорошо. Так, и у нас, ребята, следующий танчик. Это Скорпион. Сложно. Скорпионом, ребята, будет сложно играть. Кажется, что танчик очень мощный, но на самом деле он очень большой, и поэтому любые усилители, все попадает, любые выстрелы, все долетает до цели. Так что... Что мы делаем? Сразу, просто не останавливаясь, идем вперед. Идем вперед в надежде, что мы сейчас кислотой, это плюс хвостом, кислота, хвост. И мы успеем затолкать. Не успели, ребят, видите? Не успели затолкать. А хотелось. Так, Катюша, отъезжай назад. Большие дяди сейчас будут разбираться. Так, фу, вынесли. Нет, я не успел. Я не успел, ребята, дойти до финиша. Так, 50 секунд. Да ё-моё, как они меня прессуют, а? Вы посмотрите. Да, давай. Опять не успел. Ну, я закатил все-таки. Закатил мяч нормально. Так, здесь стоит ремкомплект. Чей это ремкомплект, непонятно. Ладно. 1-0. Может, не издалека стоять, лучше поливать их. Так, я не знаю, я как-то подфутболил туда мячик. Но пила, по-моему, мне вообще не помогает никаким образом. Ладно, давайте подальше встанем. Пилочка, давай, пилочка, мы вроде пилим. Да, вроде бы выпилили. Давай, 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 толкаем мяч. И нет, не затолкали, хотя... Хотя, ну, прямо уже на линии. Так, 6 секунд остается. Ну, здесь я нормально. Здесь для тачдауна Скорпион хорошо подходит, потому что мячики через него, по крайней мере, не перелетают. Мы еле-еле, ребята, выиграли. Фу. И у нас что? Остается последний танчик. Потому что у меня в аккаунте, увы, но Конговец еще до сих пор не открыт. И у меня, ребята, остается Кракен. Так, у Кракена стоит усилитель. Правда, 7-й только уровень. 7-й уровень, ребята, прокачки. Я не знаю, сможем мы сейчас победить, не сможем. Но это последний танчик, пока у нас Мамонт только проиграл. Так, 2 титана. 2 титана. И легендарный танчик, ребята, Кракен. И вместе со мной Катюша. Так, что делаем? Какая стратегия? Поднимаемся. И что мы? Ну, покричал этот Кракен, и что толку? Короче, толку никакого. Я хочу пилочку включить. Давай, пилочкой, пилочкой. Я, смотрите, ребята, как-то я их оттесняю. Оттесняю, но, по-моему, пилой вообще ничего не смог сделать пока. Так, ладно. Это хорошо, 1-0, это меня радует. Давайте. О-о-о, кто-то нанес... Кто-то взрывную волну решил выпустить.
Так, я их просто оттесняю и все. Не могу подойти вплотную, чтобы включить пилу. Так, ну давайте сейчас попробую, ребята. Подхожу вплотную. И усилитель должен хоть немножко их потрепать. А, взрывная волна. Ладно, подлетаем туда. Взлетаю. И я мячик еще подбил. Так, ну что? Испугались? И идет, ребята, в дело. Да, все, наконец-то пила пошла. Да, быстро. Быстро размотали мой танчик. И мы, ребята, забиваем финальный победный гол. И что? У нас получается, ребята, только мамонт. У нас, ребята, только мамонт не смог пройти это испытание. Остальные танчики все прошли, и мы можем заодно забрать все награды. Давайте. 5 самоцветиков. 1000 монет. 250 монет. Так, один редкий сундучок. И там у нас будет еще один эпический сундук. Так, ух ты, тут еще 2 самоцвета. Хорошо. И последний, ребята, эпический сундук. Ну-ка. Самоцветы будут какие-нибудь? Нет, самоцветов, ребята, никаких мы с вами не взяли. Ну что, ребята, вот такое у нас получилось интересное испытание. Пишите свое мнение в комментариях, какие танчики для вас самые топовые. Все ли танчики вы открыли? С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.